Алло. Виолетта Карповна, по-моему, вы совершаете неразумные Лев, поступки. Лев, заткнись. Все, что можно было, ты уже мне сказал. Позвольте... Цикло. Позвольте дать вам... Лев Борисович, у нас ЧП. Машина вашей бывшей жены взорвана у входа в казино. А Виолетта? Виолетта Карповна жива. Остановись. Да, что новенького? Алло, алло, Турин, подойди. Алло, Турин. На шатырь дай. Меня взорвали. Да ни хрена я не в порядке! У меня шуба порвана! Мне шубу порвали. И бок. У меня бок болит. Выйди погуляй. Что здесь играла? А? Я встречался со своим бывшим мужем. Владелец казино, кстати, Лев Борисович Богославский. Опросили? Да уехал сразу после встречи, еще до взрыва машины. На мобильный не отвечает, домашний не берет. Машина его подле в розыск. Спасибо. Счастливо. Ну, давай. На, Василий, счастливо. Спасибо. До завтра. Прием. Лев Борисович Богуславский обнаружен мертвым в собственной машине. Предварительная версия самоубийства. Прием. Thank you.
проснулся? Собирайся, Турин. Обещал Гофману не давить на мастера. Старик и так с трудом договорился о встрече. Руслан, а ты боишься смерти? Смерти? Знаешь, Серега, как воспитывали самураев? Им внушали, что они уже мертвы и бояться нечего. Просто делай, что должен, и все. Счастливые. Они хотя бы знали, что должны делать. Вот и наш художник. Сейчас, наверное, для монастырской библиотеки их слепо изготовит. Может, и мне в монастырь податься. Здравствуйте. Здравствуйте. Я буду говорить только с одним из вас. С вами. Красиво здесь у вас. Не обольщайтесь. Красота коварна. Через эту красоту я и попал в сети общества. Вы имеете в виду комнату потерянных игрушек? Да, он так это называл. Кто он? Не утруждайте себя вопросами. Я все равно скажу только то, что скажу, не более того. Я хочу, чтобы вы поняли, общество – это не секта и не элитный бордель. Им это не интересно. Все, что на этом свете можно купить за деньги, у них и так есть. А когда есть все, становится невообразимо скучно. Он объединил этих людей вокруг себя и дал им новый интерес к жизни. И превратил их в маски. Тогда я этого не понимал. А теперь... Я, кажется, понял, вы попали в его сети. Так что бегите. Бегите, иначе эта черная дыра засосет вас, как засосала многих. А теперь ступайте. Я должен побыть один. Всего доброго. Бессмертие. Они с детства учатся воспринимать действительность через набор стереотипов, как осознаю управляемую реальность в замкнутом отрезке бесконечности. В этой общей реальности каждый старается создать свою маленькую вселенную, которую необходимо оборудовать по своему усмотрению. Поскольку для полноценной работы системы неизбежен контакт с другими маленькими вселенными, обычный человек старается создать еще один закуточек, в котором только он будет полноправным хозяином. Я, кажется, понял, вы попали в его сеть. Так что бегите. Бегите, иначе эта черная дыра засосет вас, как засосала многих. Бегите, иначе эта черная дыра засосет вас, как засосала многих. Бегите, иначе эта черная дыра засосет вас, как засосала многих. Стерегает опасность. На этом малюсеньком клочке реальности навести порядок сложнее, чем в обширном космосе. Поэтому он со временем превращается в темный чулан, заваленный хламом неувиденных снов.
неродившихся страхов, незаданных вопросов. Природа не терпит пустоты. Если долго не заглядываешь в этот чулан, в нем поселяется нечто, и это нечто одно на всех. Порядке. Серег, мы ж поехали, а? Нет, Руслан, мне нужно побыть одному. Только я тебя прошу, выкинь ты все это из головы. Пришла пора познакомиться. Тот, кто придумал вам прошлое, может изменить ваше будущее. Ничего не бойтесь. В 19:00 у инженерного замка. Не имеет смысла сообщать кому-либо, не имеет смысла бежать от самого себя. Включите, пожалуйста, мобильный телефон.
не понимаю, ерунда какая-то. Что-то случилось? Кутеев трубку не берет. Может, спит? Может, и спит. Только если мы журналисты упустим, он нас уроет. Царица ночи. Очень редкий экземпляр. Цветет всего одну ночь. Умирает на рассвете. На рассвете. Именно сегодня. Да. Красов. Ты где? Что? Когда? Попробую вас догнать. Да. Умирает на рассвете. На рассвете. Нет, Кутеев, ты не умрешь. Алло, Руслан. Мы его упустили. Как упустили? Че, правда, нам дорогу резко перекрыли, он ушел. Жди в конторе. Ладно, давай. Вас ждут. Thank you.
Могу ли я предложить вам что-нибудь из напитков? Да. Коньяк, пожалуйста. Какую марку предпочитаете? Я бы предпочел дагестанский. Ну, сойдет и Курвуазье. Следуйте за мной. Здесь я вынужден вас покинуть. Он скоро придет. Смерти моей хочешь, дай кофе. Сейчас все будет. Держи. Опять сахар пожалел. Слушай, может, на мобильный ему позвонить? А я что делаю, по-твоему? На, вот сам нажимаю, у меня уже пальцы болят. Он недоступен. Нет, сейчас сидеть ждать будем здесь. Ну чего? Мерседес пробили? Ну, пробили. Ну и чего? Либо. Либо. Ну, из города не выезжал. Ну нет ничего. Ну а что стоишь? Ну возьми все печенье, возьми, давай, иди, иди, уже. Володя, работай. Работать, когда будет учиться, а? Что, сразу возьми еще сахару. Сахару возьми, мозги лучше работают. Вы что там спите вдвоем, я не понял? Одно сорвали, второе сорвали. А что ты орешь-то? Да потому что работать не умею! Идиоты! Слушай, давай ОМОН вызовем, а? Давай, куда пошлем? На деревню дедушку штурмовать или нам морды бить? А, ясно. Ну, текст они не просто так тебе подсунули, это точно. Ну, на, еще раз, читай, читай, я уже ничего не соображаю. Чем больше вода, тем выше корабль, чем выше... Ерунда какая-то. Где у нас большая вода? Да у нас куда ни плюнь, везде одна вода. Это самое совершенное оружие на Земле. Вы не находите? Европейцы и арабы постоянно меняли форму клинка. От тяжелых двуручных мечей тевтонских рыцарей до изящных морских кортиков. Сталь всегда находила форму. И только самурайский меч не менял свою форму веками. Потому что японцы считали его священным оружием, подарком богини Солнца. Японцы никогда не меняли форму клинка. Они старались выстроить свой мир под этот идеал, придумывая на этой основе боевые искусства, ритуалы, философию. Простите, я не люблю оружие. А вы смелый человек, Сергей Александрович.
Согласитесь, не каждый решится на такую встречу в подобных обстоятельствах. Боюсь, у меня просто не было никакого выбора. А что вы-то здесь делаете, господин адвокат? Я уполномочен сделать вам предложение. Только и всего. Только и всего. Какого же рода это предложение? Кем вы уполномочены? С этим человеком вы обязательно встретитесь сегодня. Ну тогда что вы от меня сейчас хотите? Вопрос не в том, чего хотят от вас, а в том, хотите ли вы. Послушайте, господин Арсеньев. Простите, не знаю, как вас по имени-отчеству. Я очень устал от всех этих ребусов и шарат. Все, чего я хочу, это узнать, что такое комната потерянных игрушек, кто писал мне все эти письма и что этому человеку от меня нужно. Комната потерянных игрушек – это общество людей, объединенных одной идеей. Обрести то, что когда-то было у каждого из них. А теперь стало запретным и недоступным. Вас устраивает такой ответ? Признаться, не очень. Хотелось бы поконкретней. Когда у человека все есть, и ему нечего хотеть, или наоборот, когда ему нечего терять, у него появляется шанс стать самим собой. Но согласитесь, сделать это в одиночестве достаточно сложно. Сделайте шаг. Решитесь войти в эту комнату. Оставьте свою прежнюю никчемную жизнь. Возможно, вы не пожалеете. За что вы цепляетесь? У вас ничего нет. Вас все предали. У вас нет ни работы, ни семьи. Даже дочка и та вас предала. Стоп, достаточно. Вы ничего обо мне не знаете. И я пришел сюда не за тем, чтобы выслушивать ваши мысли по поводу моей жизни. Ну что ж, я чувствовал это. Комната закрыта для вас. Вам осталось познакомиться с человеком, который писал вам письма. Прошу. Рассвет. Я же говорил тебе, это должно произойти на рассвете. Он проявится. Проявится. Надеюсь, у вас нет морской болезни? Проходите. В данный момент я представляю интересы своего клиента. Человека серьезного и в высшей степени порядочного. Это тот порядочный человек, что убивал людей? Людей? Поверьте мне, это были отъявленные мерзавцы. Они заслужили смерть. Это вы так решили? Не отвлекайтесь, у нас мало времени. Я должен успеть вам кое-что рассказать. Присаживайтесь. Прошу, пожалуйста. В 1982 году молодой человек из очень хорошей и уважаемой семьи попадает в армию. Он бросает университет и сам идет в военкомат.
Для него это был бунт, протест, революция. Он не хотел быть маменькиным сынком, он хотел сам. Перед отправкой в армию он сутки провалялся в военкомате, ожидая своей команды. Лежа на кровати, тупо глядя в потолок, пока на глаза ему не попалась книга, пылившаяся на подоконнике. Видимо, ее забыл кто-то из призывников несколькими днями раньше. Книга оказалась интересной. Стругацкие. Пикник на обочине. А вместо закладки фото молодого человека с надписью «Лени от Сергея». Моя книга. Как же все просто. Ребят, Мерседес нашли. Где? Да блин, у нас в управлении, в гараже стоит. Проявился. Руслан, ну пойдем. Тебе нужно на это посмотреть. Пойдем, пойдем. Так книга вместе с ее новым владельцем угодили в самое пекло Афгана. Поначалу он хотел выкинуть эту фотографию, затем стал использовать в качестве закладки. А потом... Вообще не знаю, как она здесь оказалась. На КПП Вова, не знаю. Вы машину проверили? Да нет! Ну нахрен ли вы машину-то не проверили? Ведите себя как практиканты! Проверяй машину, Александр быстро! Александр Сергеевич Пушкин. Первое время чумы. И в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы опять шарады. Тварь, опять этот бред! И в аравийском урагане сыграешь. Что ты здесь ковыряешься, Коля? Дно проверяй! Дно, я сказал, проверяй! Дуновение чумы. Дилетанты! Чума. Вова, ну что ты там лазишь? Скажи чума, мне, пожалуйста! Гена! И в разъяренном океане средь грозных волн, это же большая вода, Финский залив, форты, каменные ожерелья фортов, форты, пушки Александра Первого, форт Александра Первого, чумная лаборатория, есть другие версии? Нету! Нет, заводи машину, Вова! Быстрее машину, заводи, быстрее! Ай, да Пушкин, ай, да Пушкин, сын! Поскольку близких друзей у него не было, он выдумал себе человека, которому мог доверить самое сокровенное. Этим человеком стал для него незнакомый Сергей с фотографией, найденной в книге. Он выдумал ему биографию, придумал прошлое. Он писал письма почти каждую ночь. В них он выплескивал все то, что война настойчиво пыталась похоронить в его сердце. Это превратилось в необходимость, как воздух, как глоток воды. Ветер, ветер на всем белом свете. У нас есть еще немного времени. Встреча назначена здесь? Здесь. Продолжим. Ну и? Что дальше? Дальше было серьезное ранение. Месяцы скитаний по госпиталям. Годы, проведенные в мучительной депрессии. Потом, когда он понял, что наша жизнь лишь иллюзия, и каждый вправе распоряжаться этой иллюзией так, как он захочет, он придумал свой мир. Он придумал комнату потерянных игрушек. Вначале это было как вызов. Вызов толпе, существующему строю. Богу, наконец. Богу? Даже так? Религия, Сергей Александрович, это лишь способ отвратить человека от Бога. Нам нужна была другая религия, та, в которой Бог и умер. Единственная цель – найти самого себя. Ведь поиск самого себя – что это, как не поиск Бога?
Он бережно хранил письма все эти годы. Расстаться с ними было все равно, что потерять частицу самого себя. И тогда стало ясно, что если есть хотя бы один шанс из тысячи, что настоящий Сергей окажется похожим на того, которого он себе придумал, надо использовать этот шанс. Но как? Ни адреса, ни фамилии. Только имя и фотография. Появилось желание, чтобы реальный Сергей нашел эти письма, прочел, оценил их. Вдумайтесь в то, что вы говорите. Убивать только за тем, чтобы я прочел письма? Именно. Да подождите же вы. Все, с меня хватит. Я возвращаюсь. Скажите хоть, ваш клиент убивал лично? Он делал это сам? Согласитесь, все было бы несколько бесцельно, если бы это делал кто-нибудь другой. Дурдом какой-то. Ну вот, мы пришли. В смысле? Хорошее место для того, чтобы поставить точку в этой истории. Ну а имя чего этот спектакль? И почему я? 20 лет назад ты был человеком, которому я открыл самое сокровенное. К сожалению, я так и не нашел того, кто достоин войти в комнату потерянных игрушек. Значит, самоубийство? Выходит так. Ты знаешь, а я тогда ведь почувствовал, что он хочет умереть. Серега, тебе лежало у него во внутреннем кармане. Он добровольно стал последним почтальоном. Знаешь, я, кажется, понял, кто прячется за дверью в комнату потерянных игрушек. Кто? Вот и весной замечал, какой листик из почки появляется. Глянцевый такой. Светлый, чистый. А потом его начинает сушить зной, лупить град. Он темнеет, грубеет, становится жестче. Ну, так и мы приходим в мир.
чистые, светлые. А начинается школа жизни, и мы темнеем, грубеем, становимся жестче. А куда девается та чистота, доверчивость? Куда исчезает ребенок, который верил в добрых волшебников? А я тебе скажу, он не исчезает. Он просто прячется в своей комнате. И надо не бояться. Надо не упустить момент, чтобы открыть дверь. Вернуться в свою комнату потерянных игрушек. А знаешь, Кутыев, ты какой-то очень странный мент. А я тебе скажу, Серега, что бы ни было, надо жить. Давай, попробуем. Ну что, падала? Всего два раза. Пап, пойдем пончики есть. Пойдем. Вы с нами? Нет, я пончики не ем. Ну, кто не с нами? Почтальоны, телеграммы от тебя и по траурные кроны лезет жадная петля. И по траурные кроны лезет жадная петля. Поднимаюсь, спотыкая по ступеням, не спеша я от мира отрекаюсь, надрывается душа. Я от мира отрекаюсь, надрывается душа. Дождь и ветер на прощанье, желтый лист над головой.